Работать в этом помещении члену общественной палаты Ленинского района пока еще непривычно. Долгие месяцы представители профильных комиссий вели приемы в учебном классе многофункционального центра. А у членов предыдущего состава палаты условия работы были еще хуже. Но благодаря активности и настойчивости нынешних представителей совещательного органа, перед Новым годом им было выделено это помещение в здании муниципальной управляющей компании по адресу проспект Ленинского комсомола, дом 23, корпус 3. Условия для приема были, недостаточно, скажем так, хорошие для граждан. То есть они стояли в коридоре, было не очень удобно. Здесь у нас большое помещение, и условия позволяют, в общем-то, способствуют тому, чтобы люди приходили, чувствовали себя комфортно и как бы решали свои вопросы. В помещении сделали ремонт, поставили новую мебель и оргтехнику. Теперь комната полностью приспособлена не только для приема граждан, но и для проведения регулярных заседаний общественной палаты. Здесь даже предусмотрели зону отдыха. Чуть позже планируют повесить большой экран и проектор. Всегда должно быть отдельное помещение, независимо ни от кого, чтобы надо было спрашивать, под какое-то время подстраиваться, потому что у нас свое расписание, свое график, как правило, мы собираемся по вечерам, и прием населения идет вечером. Мы, общественная палата, мы работаем все бесплатно. Естественно, у нас у всех есть своя основная работа. А вот в 18:00 мы уже посвящаем свое время общественности. Помимо всего прочего, ответственным секретарем общественной палаты здесь проводится бесплатная юридическая консультация населения, которую, как правило, посещает немало людей. Данная консультация уже осуществляется мной не первый год. Очень востребованы такие консультации. Много людей приходят со своими жизненными проблемами, вопросами, на которые я стараюсь, ответить, и в какой-то мере, в большей степени помочь, людям. Информацию о датах и времени всех приемов в новом помещении можно узнать из газеты «Видновские вести», на сайте администрации Ленинского района и в официальной группе общественной палаты в социальной сети ВКонтакте. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.